Много времени прошло с того момента, как мы делали с тобой интервью с кошкой. Да, да, ее звали Крим. Из того, что было за время, я пыталась выйти из своей ситуации здесь. Я виделась со своей мамой, со своей семьей гораздо больше, с моими племянницами. И пытаюсь быть более продуктивной. Я вошла в программу Impact. Они уже попытались представить мне 10 разных работ и вообще помощь через них. Единственная вещь, которая меня раздражает, это эти звонки на телефон, спамеры. Операторы, которые предлагают все эти услуги, и которых мне все время приходится сбрасывать, пока я не попаду на реальный звонок по работе. Да, кроме этого, все было хорошо, с нетерпением жду праздников. Рождество уже за углом. И я просто хорошо себя чувствую, да. Знаешь, от всего сердца хочу сказать, что я счастлив видеть тебя. Спасибо. Я рад видеть, что ты жива и в порядке. Я давно не видел ребят у вас тоже. Да, давно. Хорошо, что мы встретились. Немного беспокоился за тебя, честно говоря. Не буду лгать. Ты одна из любимец нашего канала. Ага. Люди постоянно спрашивают о тебе. Я знаю. Многие теперь знают обо мне здесь из-за вашего канала, да. Меня как бы спрашивают, это ты та девушка из YouTube с этих видео? И я как бы, да. Бритни, ты не жалеешь, что дала интервью тогда? Нет, вообще не жалею. Почему так? Дай свое пояснение. Потому что было что-то в том дне, когда вы говорили со мной. И я могу видеть изменения с того первого видео. Когда я была расстроена и говорила, вот смотрите, до чего может дойти, через что можно проходить. Я не знаю, вы просто поговорили со мной в тот день, и я как-то нашла причину для того, чтобы сказать «да», чтобы начать выходить из этого. У многих других людей история гораздо хуже, чем у меня. Есть люди на инвалидных колясках, которые потеряли свои ноги и так далее, которые боятся обращаться в больницу, будучи больными. И болезнь настоящая. Болезнь – это не только психические отклонения. Но знаете что? Только если бы было больше людей, которые были бы внимательными, как-то заботливыми, которые могли бы дать тебе понять, что ты стоишь что-то, что ты кто-то, вставай на ноги, вместо того, чтобы нападать, ты хренова наркоманка, иди убей себя. Такое тоже бывает время от времени. Но я бы сказала, что от таких людей, как вы, кто проявляет внимание, нам нужно слышать то, что вы говорите, что мы стоим чего-то. Понимаете? Я не знаю. Моя история отличается от всех, кто здесь, поэтому я надеюсь, что смогу потом вернуться к вашему каналу, посмотреть все эти видео со мной, и потом смогу сравнить и честно определить отношение к ним. Так я вижу, что ты возвращаешься к общению со своей мамой, своей семьей. Да. Как все это происходит? Идет хорошо, по-своему. Мы до сих пор с моей мамой в своих контрах, но знаете, это данность. Мы с ней были в таких сложных отношениях с тех пор, когда я еще была маленькой. Поэтому я знала, что возвращение нашего контакта не продлится очень долго. Это длилось примерно неделю. Но это была моя вина. Я уже понимаю. Раньше я боролась с ней, раньше я ненавидела ее. Я была злонамерена в отношении нее. Но в этот раз она дала мне этот взгляд, это чувство, что я нормально. Ты уходишь, но увижу тебя позже. И я надеюсь, что я пройду через это. И я знаю, что пройду через это. И когда я брошу, я смогу помочь и другим бросить.
Бритни, ты получила большую известность после двух интервью, которые ты записывала с нами. Как твоя жизнь изо дня в день с этой популярностью и тому подобное? Хорошо. У меня нет никаких жалоб, недовольств с этим. После того, как эти видео появились, меня стали замечать здесь. Это ты та девушка из тех видео? Но я надеюсь, что те люди, которые отсюда и видели меня в этих интервью, что вы сможете с ними сделать интервью тоже. Правда, многих из них я больше не видел пока. Я здесь всегда готов работать с кем угодно, если у человека есть что сказать. Я здесь всегда с камерой и готов говорить с кем угодно. Да, и я говорю этим ребятам, когда эта тема про видео возникает, я высоко отзываюсь о вас, ребята. Я благодарен за это. Вы единственные ребята, кто искренне задает вопросы, и это не происходит как общение с роботом, понимаете, да? Вы искренние. Когда вы видите меня после этих видео, вы обращаетесь по-человечески, а не как другие. Может быть, тебе нужно это, дай мне интервью. Окей, кошка. Кошка. Бритни, не только ты популярна, но и твоя кошка стала популярна тоже. Да, я знаю. Что случилось с кошкой? Кто-то украл ее. Это очень чувствительный момент для меня. Вы знаете, эта кошка всегда была со мной, она не отходила от меня. Мы засыпали вместе, мы были прямо вместе. Она была рядом, и она не хотела покидать меня. Понимаете, эта кошка любила меня, и я до сих пор ищу ее каждый день. Мне так жаль ее, я надеюсь, кто-нибудь приютил ее. Да, что кто-то заботится. Угу. Что ты используешь в этот момент? Какие вещества? Я использую героин и крэк-кокаин. Окей, то есть ты используешь это сейчас? Да, в основном крэк-кокаин сейчас. Но с героином я почти полностью ушла от него. Из-за того, что в одно и то же время... Я не употребляю героин. Сейчас ничего не говорю, но он просто как-то не заходит в мое тело. Я не знаю, что это, но он мне не нравится больше. Я рад слышать это, что он тебе больше не нравится. Да, он не нравится мне больше, поэтому я буду стараться больше его не употреблять. Потому что во мне еще есть привычка его употреблять, но поскольку мое тело больше не может принимать его, я смогу сломать привычку. И изо дня в день я работаю, чтобы избавиться от крэка тоже. Но это то, что еще предстоит сделать.
Скажи мне, что первое, что ты сделал бы, чтобы навести порядок в этой стране прямо сейчас? Ты знаешь, в каком бардаке мы находимся. Никто не может отрицать, что мы пребываем в бардаке в этой стране. Тебе нужно находиться в коме, чтобы не осознавать этого. Что бы ты сделал в первую очередь? Я бы закрыл границу. Я бы начал преследовать Китай и Индию в плане их поставок фентанила, которые они поставляют Мексику, после чего мексиканские картели возят его к нам через границу. Вы убиваете, наших детей. Если вы не перестанете, мы разбомбим вас вместе со всем вашим дерьмом. Считай мой голос твой. И я бы продолжил оттуда, я бы обратил взгляд на школы. Я не дам детям подвергаться этому сексуальному образованию. Когда моему ребенку исполнится 4-5 лет, оставьте моих детей в покое. Держитесь от них подальше, не трогайте их. Далее, я следил бы за бюджетом, который они разбазаривают. Они тратят слишком много. Мы убиваем самих себя. Если вы тратите на то, чтобы занять Питеру или Полу, рано или поздно это разорвет тебя же. Рецессия не поможет людям. Я бы изменил налоговый кодекс. Я бы поработал над тюремной реформой очень-очень серьезно. То есть занялся бы вещами, которые что-то значат для общества. И я бы провел тюремную реформу не только для того, чтобы вывести заключенных из тюрьмы. Когда их выпустят, я хочу, чтобы они изменились. Я хочу дать им шанс, чтобы, когда они вернутся в общество, чтобы они уже были исправлены и подготовлены жить вне преступности, а не содержать их опасными людьми в тюрьмах, где они живут как животные. Эта реформа должна пойти на пользу обществу, а не только тем, кто в это время находится в тюрьме, отсиживает свой срок. При этом выделить отдельные преступления, к которым не может быть никакой толерантности, снисхождения, по которым ты никогда, черт возьми, не выйдешь из тюрьмы за то, что ты сделал. Ты веришь в вырезание финансирования полиции? О, нет, конечно. Конечно, нет. Послушай, ну вот мы сейчас говорим, и прямо сейчас кто-то падает на пол. Вот человек упал и лежит на полу, и у тебя сердечный приступ. Что ты при этом хочешь, чтобы я позвонил психологу? Или ты хочешь, чтобы я позвонил в полицию? Надо звонить в полицию. Конечно, ты позвонишь в полицию, ты позвонишь копам. Или некая женщина дома одна, или с детьми, некая опасность. И что, она позвонит психологу? Она позвонит копам. Позволь мне спросить тебя, уважали ли мы полицию, когда были преступниками? Абсолютно. За себя я точно знаю. Я уважал их. Но как? У них была своя работа, а я с другой стороны от них. Я не был их товарищем. У них была работа, у меня была работа. Если они были хорошие копы, которые делают то, что должны, они обязаны были преследовать меня. Я был плохим мальчиком. Я понимаю, что пока они делают свое дело законно, я не ненавижу их. Они выполняют свою работу. Они обязаны делать свою работу, потому что наносят мне вред они или нет, их действия... Может быть, я не должен быть плохим мальчиком. Но то, что я плохой мальчик, означает, что мне удается уходить от наказания, при этом не причиняя вред невинным людям. Поэтому у каждого человека должна быть работа и функция. И каждый должен придерживаться своей функции. Но избавляться от полицейских, дефинансируя их, это безумие, это полное безумие. Я просто даже не могу понять. Я ненавижу копов каждый раз, когда они меня останавливают за превышение скорости или что-то еще. Он собирается выписать мне штраф. Мне не нравится. Но может, мне не следует превышать скорость? Ты знаешь, что у нас бензин $7 за галлон сейчас? Для меня, кто грабил на налог с бензина так, как я, для меня, каждый раз, когда я появляюсь на заправке, мне хочется покончить с собой. Честно, если отложить все шутки в сторону, нам нужно навести порядок в нашей стране. Я с полной серьезностью говорю. Нужно делать то, что в частности ты сейчас сказал. Нам нужен отец, как Джо Банана сказал. Нам нужен отец страны, который будет чувствовать, что каждый человек тут его ребенок. Есть хорошие и плохие, черные и белые, мужчины и женщины. Это не важно. Они все твои дети. И у нас больше нет религии. Поэтому нам нужен кто-то, кто будет мыслить так, а не давить с идиотскими налогами и превращать все в бессмыслицу. Мы просто стали маленькими роботами, ягнятами или овцами, с которыми они играют. И забирают наши деньги в любой момент, когда хотят. Что ты думаешь насчет... Власти сейчас вводят дополнительно 87 тысяч налоговых агентов. За кем они посылают столько агентов, Сэмми? Они посылают их за всеми нами. Я рад, что они потеряли места в Палате представителей, и Палата представителей сейчас дефинансирует это решение. Если республиканцы выиграют, они выкинут это решение. Но лучшая часть этого – почему вы выдаете налоговым агентам оружие? К вам приходит бухгалтер говорить о ваших налогах с пистолетом. Зачем они выдают им? Я не знаю. И за кем они носятся? Они носятся за средним классом. Им не нужно 87 тысяч дополнительных агентов, чтобы бегать за богатыми людьми. Они хотят уничтожить средний класс в нашей стране. Да, абсолютно так. Позволь мне сказать тут кое-что. Я вот недавно получил информацию от PayPal и Venmo. Все, что свыше $60 на твоем счете,
они должны докладывать налоговую службу. Власти не хотят, чтобы ты заработал и цент, ни одного цента, не заплатив налога с этого цента. Они хотят каждый цент, который они могут стащить с нас. Многие люди все еще не понимают, что все, что мы делаем в жизни, обложено налогом. Да, именно так. Каждый шаг облагается налогом, сколько им еще нужно. Они хотят вообще все. И они называют нас плохими парнями. Они хотят забирать все. Послушай, это почему я написал книгу «Они называют нас плохими парнями». Они пытаются избавиться от наличных. Я люблю наличные. Я привык к ним, будучи гангстером. Даже имея карточку, мне нравится, когда у меня лежат наличные в кармане. И они хотят истребить наличные, потому что они не знают, что ты делаешь с этими наличными. Не говори об этом слишком громко сами, потому что тебя навестят люди из налоговой. Им хочется знать, сколько наличных в том или ином доме. Я им скажу, что у меня одна, две, три тысячи долларов в моем кармане. Это хороший ответ. Не знаю, может быть и понадобится пистолет сотруднику налоговой, когда он придет к моему дому, зайдет ко мне и начнет задавать свои идиотские глупые вопросы. Да, они хотят знать каждый аспект нашей жизни. Все. Да. Дай мне задать тебе вопрос. Давай. Что ты думаешь об Илоне Маске? В одно время любимчик демократической партии, теперь, когда он пришел на Твиттер, он выступает за свободу слова. Они ненавидят его теперь. То есть столб нашей демократии, свобода слова. Они ненавидят его. Я знаю, я знаю. Мне нравится он, потому что он выходит и говорит правду, и он пытается помочь людям. Почему вы его не любите? Чего вы боитесь? Если парень говорит то, что он говорит, и пытается помочь людям, которых он даже не знает, за что вы его так ненавидите? Потому что он думает не так, как вы. Именно. Окей, как дела? Привет, как дела? Как тебя зовут? Аннабель. Ты можешь дать краткую историю о себе, откуда ты? Да, я из округа Делавер, и я приехал сюда примерно год назад и живу здесь с того времени. Это было дико. Подъемы и падения, вечно какие-то повороты и обрывы. Да, то есть ты уже бездомный здесь на протяжении года? Да. Что это было? Сколько тебе было, когда ты начала употреблять сильные наркотики? 18. И ты говорила, это был крэк? Да, мой отец курил крэк, так, на выходных. Я приходила к нему, прокрадывалась к нему и вытаскивала крэк из-под ковра. По выходным, как будто я была из коврового сервиса. И у него были такие глаза. И я почувствовала, что просто обязана это попробовать. Это безумие. Это тоже была у меня одна из фишек по какой-то причине. Я делал одну затяжку и потом смотрел на эти ковры часами. Да, потому что когда один раз ты нашел это, понимаешь, да, о чем я говорю, и ты хочешь снова, снова и снова. Да. То есть ты здесь пережила зиму в Кенсингтоне? Да. Как было зимнее время? На самом деле не слишком плохо, потому что у меня была эта брошенная машина рядом с парком. Так, я оставалась там большую часть времени одна. Я притащила туда все свое дерьмо и жила там. Конечно, там все было ужасно и отвратительно, но я сделала так, чтобы это работало. Принесла туда покрывало, там было достаточно безопасно. Да. То есть достаточно жестко находиться здесь зимнее время? Да, когда у тебя нет никакого, блядь, укрытия.
Да-да. А где у тебя место сейчас? Где ты спишь? У тебя есть какое-то укрытие, кровать где-то или что-то? Или просто как получится? Я сейчас куда пойду, там и сплю, в таком режиме. У меня как бы есть точка, но мне лучше сейчас спать где-нибудь у тротуара, чем быть там. Потому что там страшно, жутко. Это заброшенный дом, там нет электричества. Только свечи, чтобы зажигать вечером. И там нет замков на двери. Поэтому ночью я хожу по улицам со своими вещами, а днем я возвращаюсь туда. Потому что днем мне страшно туда возвращаться. Да, я понимаю, особенно ты же маленькая, хрупкая девушка. Быть одной в заброшенном доме ночью, это как бы да. И да, все эти выстрелы, ревущие мотоциклы и все такое, не очень беспокойно при этом быть одной. А ты обычно как, птичка сама по себе тут? Все время одна? Да, все время одна. Тебе просто приходится быть. В буквальном смысле несколько раз было, что меня вырубало, и плохие вещи случались вследствие этого. Весь этот, блядь, процесс зависимости, в котором тебе может прийти жизнь и учиться. И я очень расстроена, что мне остается винить только себя, потому что я сделал это. Я просто дура, которая никогда не должна была прийти к наркотикам, потому что последствия обязательно придут. Тебе придется смотреть им в лицо, и вот к чему это приводит. Если ты выберешь бросить, пойти в рехаб, у тебя есть для выбора какая-то организация, которая поможет тебе быть вне наркотиков? Или ты считаешь, что ты не можешь бросить? Я думаю, что я могу. Я определенно могу, да. Это просто процесс сейчас, когда мне нужно снова законнектиться с миром. Мы тут в таком состоянии, что мы просто с радостью рассказываем сказки самим себе, как будто все не так. Но есть мысли и желания, чтобы бросить вот сейчас, на этот момент. Да, я думаю об этом каждый день. Желание становится все сильнее и сильнее. И кажется, Бог все более вмешивается в мою жизнь, потому что мне кажется, что Он буквально уже говорит мне, что время для того, чтобы изменить все. Постепенно, постепенно. Я сначала была упрямой, но я сейчас буквально сижу по ночам и думаю, черт возьми, сегодня был такой странный, гадкий день. Все так складывается. Но это не так, потому что Бог... Я молюсь каждый день, и я верю в Него. И я знаю, что Он отвечает мне. Отвечает мне каждый день. Что нового? Не слишком много чего происходит. Становится холодно. Да, только хотел тебя спросить об этом. Как здесь становится, когда наступают холодные дни? Ну, это каждый год одно и то же. Да? Нормально пока еще. Что ты до этого говорил? У тебя украли вещи? Да. Здесь каждый у каждого что-то ворует, забирает. Это раздражает и досадно. Это очень бесит здесь. Да. Делаешь ли ты шаги, чтобы совершенно не употреблять? Может быть, метадон, субоксон? Я попытаюсь с метадоном. Я скажу, все, каждый день это как шаг. Когда я почувствую, что мне нужен метадон, чтобы слезть с наркотиков, тогда я попытаюсь с этим препаратом. Но когда начинают затрагиваться все аспекты зависимости, когда затрагиваются моменты психического состояния, расстройства, когда вместе на балансе все эти вещи, понимаешь? Когда это касается старых психических травм, и все это накладывается на ежедневную реальность, как ты живешь, твою ситуацию текущую, все люди разные. Но я попытаюсь сделать, что смогу, чтобы пойти по пути выздоровления, потому что быть в таком состоянии, не знаю. И люди продолжают все время говорить, что есть лучшая сторона, что есть лучшая сторона жизни относительно этого, понимаешь? Жизнь прекрасна и так далее. Я не знаю. Я буду пытаться в скором времени по метадону. Да, я надеюсь, что ты дашь этому шанс. Я думаю, это важно, что ты сказала, что психическое здоровье. Я бы сказал, что психическое здоровье, вероятно, является проблемой номер один, с которой здесь сталкиваются люди. Да, так и есть. Это почти даже больше проблемы, чем сами наркотики. Я занимался самолечением здесь в течение многих лет. Понимаешь? Это просто к слову. Когда ходишь тут, можешь слышать, как люди разговаривают сами с собой. Да, слышно, как говорят, и можно вообще видеть. Ты можешь видеть, насколько люди страдают. Да, и ты можешь видеть, как кто-нибудь, проходящий мимо тебя, как он полностью отказался от себя, сдался в жизни. Да. И я хочу сказать, что это берет очень много, чтобы убить себя. Чтобы по факту сделать этот шаг. Наркоманы идут по пути самоуничтожения с того момента, как начали употреблять наркотики. Поэтому это как бы... Никто не знает, что эти люди проходят, где они сейчас, на какой стадии. Это, блядь, безнадежности. И я не хочу... Я никогда не хотел бы, чтобы кто-то проходил через это. Да, это очень важно, то, что ты сейчас сказала. Ты никогда не знаешь, через что тот или иной человек проходит в своей голове. Знаешь, у меня был друг, его звали Скотт. У него все внешне было замечательно в жизни. И он убил себя месяц назад. Но все думали, что у него все в порядке, понимаешь? Поэтому да, ты права, мы не знаем, через что люди проходят. И они никогда не просят о помощи или что-то в этом роде.
Да, попросить о помощи, обратиться к кому-то – самая сложная вещь иногда, понимаешь? Ты же не внутривенно потребляешь, так? Или иногда, из того, что ты говорила. Нет, сейчас нет. Окей, хорошо. То есть тебе не приходится мучиться с этими ранами, воспалениями? Нет. Это настолько облегчает дорогу, чтобы встать на ноги, получить помощь, когда ты готова к ней. Хорошо, спасибо тебе за то, что мы сделали это короткое продолжение. Спасибо, хорошо видеть тебя. Я тоже рад видеть тебя. Я тут ездил по району. До того, как мы сделали интервью, я видел тебя каждый день. Затем, когда мы сделали интервью, я не видел тебя целый месяц или что-то около того. По крайней мере, несколько недель я нигде не мог найти тебя. Рад, что я натолкнулся на тебя. Я тоже. И ты знаешь мою машину теперь. Ты можешь помахать мне в следующий раз, когда увидишь меня. Надеюсь, мы сможем продолжить. Хорошо. Окей, малышка, хорошего дня. Новый год – это время, когда многие люди начинают давать себе новогодние обещания относительно того, что они должны сделать на следующий год. И они начинают думать об изменении.
изменение себя, изменение того, что невыгодно в их жизни, что не является позитивным, чего они на самом деле не хотят. Но большинство новогодних обещаний никогда не выполняются. Они не длятся очень долго. Или бывает, что люди хотят изменить что-то в своей жизни, но не знают, как это сделать. Поэтому я проведу параллель с обучением лошади, чтобы донести свою точку зрения, проиллюстрировать ее. Несколько лет назад я вернулся на Аляска Guest Horseman Ranch в Куперлендинг, на Аляске. Я приехал поработать на это ранчо. Снова. И у владельца этого ранчо было три лошади, которые он получил от другого владельца, которых он как бы арендовал на лето, просто чтобы расширить свой табун. И у него было две кобылы и один мерин. Владелец этих лошадей использовал их только один раз в год осенью для охоты на баранов Дала на Аляске. И в остальное время они не использовались. Поэтому они не были надежными лошадьми. И мы не могли посадить на них гостей. И никто из других рэнглеров не хотел на них ездить тоже. Они тоже не доверяли этим лошадям. Поэтому, конечно, когда я приехал, эти лошади были назначены мне. Я только что открыл новую коробку сигар Макберен из Кентукки, немного сыра, поэтому немного трудно зажечь эту сигару сейчас. Извиняюсь за задержки, которые из-за этого происходят. В общем, я выбрал кобылу. Ей было, вероятно, где-то лет 10, я так думаю. Большая, зрелая кобыла. И я начал с нее. Теперь, все, что я мог узнать о ее прошлом, о ее истории, это то, что она была гонщиком на бочках раньше, в Техасе. Теперь, если у вас есть какой-либо опыт работы с лошадьми, дрессировка лошадей, любая работа с ними, вы знаете, что это невыгодная сделка в любое время сама по себе. И ее ответ на все был «бежать». Просто надо бежать. Если она чувствует себя удовлетворенно, она бежит. Если она немного нервничает, она бежит. Если она растерялась и не знает, что делать, ее голова вздымается, ноздри раздуваются, глаза становятся широкими, встает на дыбы и кидается бежать. Это ее ответ на все. Теперь для тех из вас, кто, может быть, не знает, гонка на бочках — это... У вас есть три бочки, установленные в треугольнике, и вы выходите и скачете на лошади среди этих бочек настолько быстро и жестко, насколько можете. И тот, кто покажет лучшее время, побеждает. И многие лошади, участвующие в скачках на бочках, это все, что они когда-либо делали и знают. Просто выходи и беги. Если у вас будет бочковая лошадь, и вы собираетесь ее как-то использовать в будущем, то, что вам нужно делать на регулярной основе, это кататься на ней, работать со скотом, гонять стада, расширять ее горизонт, чтобы она узнала, что жизнь также может состоять из прогулки и спокоя. Но в большинстве случаев они так не используются. И я не думаю, что эта лошадь тоже делала что-то такое. Поэтому я начал с того, что научил ее просто стоять спокойно, пока я садился. И она была умной, это не заняло много времени. Так что с этим я быстро справился и начал кататься на ней. Если только мельчайшее вокруг что-то происходило, она вся тут же приходила в возбуждение. Это была ее реакция на все, что происходило в жизни. Если было что-то негативное, или что-то сомнительное, или что-то еще, ее реакция была просто взволноваться и попытаться побежать. Теперь главное, что я хочу сказать сегодня. Когда вы собираетесь внести серьезную перемену в свою жизнь или серьезные изменения в жизнь вашей лошади, вы не просто удаляете что-то. Понимаете? Например, если в твоей жизни алкоголь становится проблемой, и ты хочешь порешать с этим моментом, ты не просто отказываешься от алкоголя. Ты не просто бросаешь пить. И с ней я не мог просто избавить ее от склонности бежать. Но мне нужно было заменить ее склонность. И тут огромная разница. Я не мог просто убрать ее реакцию. Мне нужно было заменить ее негативную реакцию на другую реакцию. Я определил и разработал, что мне предстояло сделать, чтобы решить эту проблему. Я взял это нежелательное,
Я не просто удалил его. Я заменил его. Если вы что-то удаляете и не заменяете его, вы создаете вакуум. А природа ненавидит вакуум. И если вы не заменяете негативное на что-то по вашему выбору, этот вакуум не будет оставаться вакуумом очень долго. Что-то войдет и наполнит этот вакуум. Да, это то же самое в твоей жизни. Если есть что-то в твоей жизни негативное, и ты говоришь, что мне нужно избавиться от этого, это вредно для меня. Ты не можешь просто удалить это. Ты не можешь, потому что если ты просто удалишь это, ты оставишь дыру. И что-то придет, чтобы заполнить эту дыру. И это может... Вы знаете, если могу, я приведу здесь притчу из Священного Писания. Вы знаете, Иисус говорит о людях, которые пытаются навести порядок в своей жизни, и в их жизни есть демон. И они избавляются от этого демона в своей жизни. Но они не наполняют свою жизнь Христом. Этот демон, который вышел, идет и находит еще семерых, которые хуже его. И они возвращаются, находят ту жизнь, которая теперь чистая, все выметено и проветрено. И эти демоны входят в этот вакуум, и жизнь становится еще хуже, чем была, когда он начинал все вычищать. И знаете, что в нашей жизни то же самое. У нас в жизни есть негатив, и мы его удалим. Но не наполнив другим позитивом, он наполнится чем-то еще. Что в конечном итоге окажется хуже, чем то, от чего мы избавились изначально. Хорошо, когда мы вступим в этот Новый год, и как я недавно говорил в своем недавнем видео, я говорил, что если у вас был плохой 2023 год, и вы вступаете в 2024 год, и надеетесь, что Новый год будет лучше, в 2024 году не будет никаких отличий от 2023 года, если ты никак не изменишься в 2024, если будешь таким же, каким был в 2023. Дело становится лучше не с Новым годом, а не становится лучше с новым тобой. Ты не просто меняешь страницу календаря. Ты не просто меняешь дату, ты меняешь себя. Дата не значит ничего. Ты можешь быть таким же плохим, каким был вчера. Ты можешь сегодня быть таким же несчастным, каким был вчера, независимо от того, какое число в календаре. Ты можешь быть таким же толстым и также не в форме. Можешь быть таким же пьяным. Можешь быть таким же несчастным в своих отношениях. Можешь быть таким же злым, таким же раздраженным, таким же подавленным. Ты можешь быть таким же грустным сегодня, каким был вчера, и это не зависит от даты в календаре. Поэтому не думай, что 2024 год сделает нового тебя. Это новый ты, кто должен сделать нового тебя. Так, определи, что должно быть изменено. Определи, чем ты собираешься это заменить. Вместо того, чтобы ходить в бар по выходным и пить столько, пока ты не вышибешь себя из ума, может, тебе стоит заменить это тем, что купить абонемент в спортзал. Или что угодно, есть 10 тысяч вещей. Замени это. И потом будь последователен и будь терпелив. Ты не стал тем, кто ты сейчас в один день. И ты не уйдешь с этой точки также за один день. Та лошадь, про которую я рассказывал, у нее 7 лет было этих условий бегать и бегать. И я не изменил ее в одночасье. Так что мне пришлось набраться терпения. И я должен был быть последовательным. И тебе нужно быть последовательным самим собой. Даже если ты не хочешь, ты должен делать это. Если ты заменяешь хождение по клубам или по барам, занятиям в спортзале, если тебе даже не хочется, ты должен идти в зал. Ты должен быть последовательным, ты должен быть терпеливым. И если ты упадешь, а ты вероятно упадешь, ты просто встаешь опять на ноги, хорошо? Когда ты поднялся из точной канавы, чтобы она не означала в твоем случае, в которой ты оставался неделями, месяцами и годами, без перерыва, когда ты встанешь из нее, это не значит, что ты не упадешь на нее снова. Поэтому это означает, тебе нужно будет встать из нее и в следующий раз, и в следующий раз, и в следующий раз. И тебе нужно продолжать вставать до тех пор, пока ты не перестанешь падать. Поэтому будь терпелив, будь последователен, не соскакивай. Но большая вещь, которую мы выделяем здесь, что бы это ни было, от чего тебе необходимо избавиться в жизни, ты не удаляешь это, ты заменяешь это. Так? Что бы твои аппетиты ни включали, ты должен заменить это. Я начну читать размышления Марка Аврелия. Я начну читать искусство войны Сун Цзы. Или я начну читать поэзию, или начну читать это. Или я начну читать Библию, окей? Так, вместо того, чтобы делать это, я буду делать это. Я буду делать это вместо этого. И когда меня тянет делать это, я буду делать это, потому что это моя замена этого, и чтобы не оставлять вакуум.
для чего-то худшего, что может войти в тебя и сделать твое состояние хуже и хуже, чем когда ты начал. Хорошо? Ну что ж, мы идем в Новый год. Мы всегда хотим, чтобы вещи развивались, улучшались. Мы хотим, чтобы вещи становились зрелыми вокруг нас. И мы хотим становиться лучше. И тут нам нужно определить, что мы хотим изменить. И это мы. И мы должны изменить нас, а не просто дату в календаре. Хорошо, небольшое ободрение для вас в этот вечер. Я надеюсь, что у всех все в порядке. Надеюсь, что мы пройдем через зиму хорошо. И я желаю вам, ребята, желаю тебе всего лучшего. Будь логичным, будь разумным. Береги себя, находи свой задор. И не соскакивай. Не соскакивай с того, что решил. И увидимся с вами, ребята, в следующий раз. У тебя был довольно сложный бэкграунд. Когда я рос, мой отец редко когда вообще появлялся, и для меня это было проблемой очень длительное время. Потом моя мать, у нее были проблемы с наркотиками в определенные моменты моей жизни. Например, когда мне было 5 лет, моя мама была на кристаллическом метамфетамине, и она взяла меня в лес. И это было 3 дня и 3 ночи, мы были в этом лесу. И я помню чувство присутствия Бога во время этих 3 дней. Потому что я не страдал. Не чувствовал ничего не так вообще. Расскажи Питеру, как ты набрал воду для нее, маленькая баночка. А, да, она плакала насчет этих койотов. Она говорила, койоты меня поймают, койоты меня поймают. И мне было 5 лет, я не знал, что делать. И она забралась на дерево, и ветка сломалась, она упала и сломала себе бедро. И так она сидела там 3 дня со сломанным бедром. Я просто ждал помощи. И она хотела пить. И такая говорит, Донован, мне нужна вода. И я помню, нашел какую-то банку, типа банки из-под газировки, какая-то очень старая выброшенная банка, нашел ее в лесу. И я нашел лужу, и набрал ей воду из этой лужи. В конце концов, кто-то нашел нас 3 дня спустя, и меня отправили в приют, интернат. Но у меня были очень жесткие ранние годы. У меня был очень жесткий опыт, когда я был ребенком. И это было мучительно. Я страдал из-за этого. Но я думаю, что Бог поставил меня в эту позицию, чтобы я мог как-то дотягиваться до других людей, которые оказались в подобной ситуации. Я хочу помогать людям, которые зависимы от наркотиков. Тем, кто не осознают, кто они, у которых есть проблемы найти свое «я» или взаимоотношения с отцом. Потому что это был я, понимаете? И мне 23. Что ты видишь, когда смотришь на молодое поколение, кому сейчас 20 с чем-то лет? Что видишь в этой части общества? Очень часто я вижу, что люди просто потеряны. Столько вещей одновременно бьет по ним. Еда, которую они едят, это какая-то отрава. Социальные сети, СМИ. Я знаю людей, которые не могут ходить с тишиной, потому что их мысли, они не хотят слышать своих мыслей из-за технологий. Это то, что многие люди вашего поколения не понимают. Это то, что эти люди выросли с девайсами, ноутбуками. Они выходят из утробы матери с прикрепленной к ним электроникой. И из-за этого они, ходя по земле, никогда не имеют тихого момента. Они всегда слушают что-то в своих AirPods. Они все время коммуницируют с кем-то на своих смартфонах. У них никогда нет ни минуты спокойствия, и они сходят с ума. Это лекарство для тебя быть здесь? Да, абсолютно. Самое большое лекарство — это моя связь с Богом. Когда у тебя есть связь с Христом, и ты прощаешь, и когда у тебя есть мир, ничто с этим не сравнится. Быть одним из сынов Бога на этой земле — это потрясающий опыт. Так, ты простил своих родителей? Да, я простил. Это была самая тяжелая вещь, которую я сделал. Самая тяжелая в жизни, что я сделал. Но я простил. И я пошел к ним лично. Это важно, когда ты прощаешь своих родителей и делаешь это лично. Я не прощал им то, что они сделали. Я простил им то, что обижался на них из-за того, что они ничего не могли с собой поделать. Я не должен был обижаться на них, потому что это не мое место. Я не Бог. Это не было моим местом судить их. Понимаете? И момент, когда я осознал это, когда я стал моим отцом, я стал сам употреблять наркотики. У меня почти появился внебрачный ребенок. И это когда я осознал, что я стал своим отцом. Я не мог ненавидеть его больше, потому что я был им. Когда это было? Сколько лет назад? Около 3,5 лет назад.
И когда это случилось, это изменило мою жизнь. Я пошел к своему отцу. Бог сказал мне, что я должен пойти и простить моих родителей. Так я пошел и простил своих родителей. И как только я сделал это, как только я простил свою мать и отца, эта тяжесть, которую я носил всю мою жизнь, этот груз, это беспокойство, депрессия, вся эта путаница и непонятки просто исчезли. В одно мгновение. И с того времени, 3,5 года, я никогда не чувствовал страха, беспокойства, депрессии. Этого больше нет во мне. Бог забрал этого духа из меня. Поэтому это духовная борьба. В обществе не так много героев для молодых людей сегодня, да? На кого ты ориентируешься? На Иисуса? Окей, это твой герой. Определенно. Я не могу ориентироваться на человека. И знаете, думаю, никто не должен. Я думаю, что самое главное — это отсутствие руководства, направления, сообщества. 100 лет назад люди жили в сообществах. Каждый знал каждого. В наши дни все разорвано социальными сетями. Мы разрушаем поколения. Окей, я опять вернулся в район. Какое имя мы использовали? Я забыл, что мы использовали? Аннабель? Аннабель, хорошо. Ну что, как дела? Что происходит? Я хорошо, как у тебя дела? Что нового? У меня хорошо, Аннабель. Я даже не знаю, праздники идут. Плыву вместе с течением. Ты когда-нибудь пыталась записаться в каком-нибудь приюте, чтобы тебе дали койку? Нет, слушай, я определенно делал бы это. Но это целый большой процесс. Потому что каждый день ты должен быть там. И тебе нужно вставать очень рано, чтобы уйти. Понимаешь, да? И потом тебе нужно опять весь этот процесс бронирования для следующей ночи. И когда идет момент бронирования, если тебя нет, если ты опаздываешь на 5 минут, тебе уже не дают места. Это безумие. Ладно, малышка, приятно разговаривать с тобой. Мне тоже. Да, я практически сплю, извиняюсь. Нет, тебе нужно пойти спать. Когда в последний раз у тебя был нормальный сон? Я бы сказала, 3-4 дня назад. Нет, я, конечно, дремала, отрубалась последние дни. Но если говорить прямо сон, 3 дня назад. И я измождена. Чувствую такой слабый себя сейчас. Я думаю, что простудилась, но я не знаю точно. Я чувствую в теле какое-то раздражение. Чувствую себя не так, понимаешь? Черт, мне нужно идти лечь поспать. Сколько тебе, 26? У меня только был день рождения. Мне только исполнилось 28. 28? Окей. И сколько ты была здесь? Я забыл. О боже, я здесь уже почти 3,5 года. Это просто безумие. У тебя такие хорошие зубы, несмотря на то, что только времени уже здесь. Это безумие. Хорошо, малышка, мы тебя отпускаем. Скоро поговорим с тобой еще. Я хочу отвезти тебя к твоей палатке. Ты вспомнишь дорогу? Да, я знаю, где я живу тут. Я пытался в прошлый раз, и мы не смогли найти твое место. Ты хорошо прячешься. Окей, увидимся позже. Пока.
but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone.